крепкое здоровье, бодрость духа и, конечно же, неиссякаемая энергия. Всеми этими качествами обладают жители Бурлинского района. Здравствуйте, дорогие телезрители! В эфире телеканала ТДК-42, программа «Аксай. Город будущего». И в этом выпуске мы расскажем о том, как развивается спорт во всем Бурлинском районе и о том, каких результатов добились жители в этой сфере. Здоровое тело и здоровый дух – вот две составляющих полноценного бодрого состояния человека. Свое отражение они находят в спорте. Именно спорт позволяет укрепить здоровье и раскрыть потенциал при поддержании правильной физической формы и бодрости духа. Поэтому спорту и уделяют такое большое внимание во всех странах, затем и регионах, городах. В городе Аксай Бурлинского района функционирует 119 спортивных объектов. Развиты 30 видов спорта. Один из них – дзюдо. Ребята, занимающиеся этим видом борьбы, с удовольствием ходят в спортивный зал. Ежедневные тренировки, состоящие не только из элементов борьбы, но и упражнений, закаляют их физически и духовно. Вне зависимости от того, как давно занимаются, они твердо нацелены на победу. Я занимаюсь этим видом спорта 4 года. Начал с 3 класса, сейчас в 7 классе. Он мне понравился этот вид спорта. Я несколько дней пошел, он мне понравился этот вид спорта. Я продолжил ходить. Недавно я в Кызылорде занял первое место. Я в будущем хочу стать олимпийским чемпионом. Конечно же, волю и выносливость у ребят воспитывает их тренер. Ежедневно наблюдая за учениками, он находит подход к каждому из них. В секции дзюдо при Бурлинской юношеской спортивной школе занимаются более 250 ребят. Среди них есть и те, кто преуспевают в самбо. Тренировки идут в 3 смены. Многие дети уже добились больших результатов. В олимпийской национальной сборной тренируются Тимерлан Кулбай, Алмухамбетова Гульдана. Серебряный призер среди женщин. Совсем недавно из Баку она вернулась с победы. Там ей удалось завоевать бронзу. Ермухамбетова Гухар, она тоже наша гордость. Во многих соревнованиях она завоевывает призовые места. Хочется отметить, что дзюдо в Бурлинском районе уделяется большое внимание. Это олимпийский вид спорта. Еще один недавно развитый, но не менее популярный вид спорта в Бурлинском районе – греко-римская борьба. Занятия борьбой проводятся в Аксае с 2014 года. После внедрения им начали интересоваться, и сегодня ежедневные тренировки посещают порядка 70 человек. Тренер отмечает, что за сравнительно небольшой период ученикам удалось достичь хороших показателей. До этого времени в городе Аксае почти все виды спорта были, но именно греко-римской борьбы не было. Вот 3 года как существует здесь борьба. В течение 3 лет уже у нас есть кандидаты в мастера спорта. Ребята учатся в интернате для отдаленных детей в спорте. Участвовали в республиканских турнирах, в Актюбинске, в Атрау. Ребята недавно участвовали наши за сборную области в чемпионате Республики Казахстан в Актюбинской области. Более легким, но при этом не менее полезным видом спорта является бадминтон. В Бурлинском районе он начал развиваться совсем недавно, с декабря 2016 года. Для этого в Аксай специально была приглашена тренер Айдана Бугентаева. Она отмечает, что принимать участие в чемпионатах в группе юных спортсменов пока рано, но на мероприятиях местного уровня дети показывают хорошие результаты. Я по приглашению из города Кустанай приехала, работаю тренером. Сама занималась этим видом спорта с 8 лет, то есть 13 лет я занималась спортом, именно бадминтоном, мастер спорта по бадминтону. Здесь у нас набор идет детей от 6 до 10 лет, занятия проводятся бесплатно. Ребята уже участвовали в 2 соревнованиях. Это первые соревнования мы личные проводили здесь в Аксае. Это у нас на День защиты детей было 3 июня. Мы проводили здесь первые соревнования. Соревнования в городе Уральске у нас. Но там, правда, были по 99-му году рождения и моложе дети участвовали, но мы поехали. Состав команды был из 15 человек, то есть мы ездили, участвовали на соревнованиях. Детки показали очень хорошую игру, все боролись до конца, можно сказать. И девочки вышли в 4-ку, но, к сожалению, за 3-е место в паре проиграли. Заняли 4-е место. Этот вид спорта активно развивается, и дети все более охотно участвуют в нем. Игра в бадминтон имеет свою специфику. В первую очередь, повышает остроту зрения. Кроме того, этот вид спорта способствует общему физическому развитию детей. Развивает гибкость, ведь во время занятий работают все группы мышц.
У нас такой вид спорта, что у нас нету такого, либо только летом у нас соревнования, либо зимой. У нас круглогодичный цикл, календарный план у нас очень широкий. У нас в Казахстане очень много городов, где именно развивается бадминтон, и уже давно как бы. И из-за того, что есть соревнования, есть соперники, конкуренты, и ребятам очень интересно, они хотят показывать свою игру и, конечно, повышать свой уровень. Все те ребята, что начали заниматься бадминтоном, уже имеют перед собой четко поставленные цели. Я занимаюсь бадминтоном уже год. Мне он нравится, и меня сюда привела учительница. Мы ходили в школе, потом мне очень понравилось, и она меня привела сюда. Мы уже занимались, ездили на соревнования, и в дальнейшем я хочу стать тренером. Еще одно занятие, которое очень полезно для маленьких детей – плавание. Это, пожалуй, единственный вид спорта, где задействованы все группы мышц. Водные процедуры оказывают положительное влияние на весь организм человека. Кроме того, могут закалить и повысить иммунитет ребенка. Группа по плаванию от детской спортивной юношеской школы открылась в Аксае в прошлом году. Секцию с удовольствием посещают дети от 6 лет. На полной мощности в Аксае функционирует бассейн. Он работает согласно всем необходимым стандартам. Зона для купания оборудована таким образом, что здесь могут заниматься как дети, так и взрослые. В этой группе занимается 30 детей, возраст с 6 до 8 лет. В группу также ходят и девушки, и парни. Группа в день до обеда и после обеда по полтора часа. Утром с 9 до 10:30, после обеда с 3 до 5:30. Группа от детской юношеской спортивной школы, секция бесплатна. В данный момент наши дети в Бурлинском районе занимают первые места постоянно. Теперь в ноябре будет соревнование по плаванию, областное соревнование. Вот готовим детей к этому соревнованию и думаем, надеемся, что они покажут наилучшие результаты. В 2017 году, в День города, для жителей Аксая состоялось долгожданное событие. Открылся большой физкультурно-оздоровительный комплекс «Карачаганак». В торжественной церемонии открытия приняли участие акимы Бурлинского района и аким Западно-Казахстанской области. Спонсором при строительстве выступила компания КПО «БиВи». Вместительное, просторное здание, оборудованное по всем современным стандартам, позволяет заниматься всеми видами спорта. Тренер по боксу Кадырбек Жандусинов отмечает, что хорошие условия способствует еще большему потоку детей. Сам тренер признается, что этого события ждали несколько десятков лет. В Аксае бокс развивается 27 лет, 90-го года. Вот я как приехал в город Аксай, мне тогда было 23 года, и я начал, набрал детей, школьников, и начал тренировать секции бокса. Но если подробно попасть, я начинал в спортивном зале. Было раньше среднее профессионально-техническое училище номер 15. На базе этого училища я начал тренировать. Ну, потом начало всегда как бы есть свои трудности, но спустя 2,5 года у меня уже мальчишка призером Казахстана стал в городе Жезказгана. И вот с этого уже момента у нас начался как бы загорелось такое желание дальше работать. И потом мы в 99 году открыли боксерский клуб «Олимп». Это при помощи Бурлинского акимата, при поддержке Федерации бокса, это Утибалиев Золотой Шарипович, он тогда возглавлял Аксаям Транс, руководителем был этого предприятия. Вот. И мы открыли «Олимп» боксерский клуб. С этого «Олимпа» у нас были неплохие результаты. Чемпионы Казахстана в России. Это Серик Шарупов, там, Умаров Чингисхан, призер Казахстана, Маняхин Алексей. Иралиев Айгали у нас в 2006-м, кстати, с Даниэром Юлисиновым, они за член сборной Казахстана, они участвовали на чемпионат мира среди юниоров в городе Стамбуле. Вот я лично сам ездил, обоих секундировал. Вот, Елисин Данияр стал чемпионом мира среди юниоров, лучшим боксером стал тогда. А Айгали Ералиев, мой воспитанник, он стал бронзовым призером этого чемпионата мира. Как отмечает Кадырбек Жандусинов, самый оптимальный возраст для занятия боксом – 9 лет. Кроме того, этот вид спорта развивает ребенка не только физически, но и интеллектуально. Бокс, он востребован был всегда и будет. Почему? Потому что бокс – это такое искусство,
где не только надо мышцами работать, но больше думать головой. Логическое мышление здесь нужно. Поэтому многие боксеры, которые достигли большие результаты, ну, олимпийские чемпионы, чемпионы мира, это люди талантливые, которые, я скажу, что они очень интеллектуальные, грамотные люди. Ветераны утверждают, какие бы ни были созданы условия, спорт всегда жив. Всегда найдутся те, кто готов поддерживать хорошую физическую форму, воспитывать силу воли и, наконец, добиваться своих целей. Я приехал в 79 году в Бурлинский район после армии, после учебы. Карагандинский спортивный техникум закончил. И сюда пришел тренером по борьбе «Казахский крест». Затем я перешел в тоже национальный вид спорта «Тоғызқұмалақ». Тренировал и футболистов в свое время, и волейболистов. Вообще всегда я в спорте. Хотя мы летом работали на сельхозработах, но в остальное время занимались всегда спортом. Спортом надо заниматься. Это есть жизнь, это физическая культура. Если есть, как говорится, заложенные в школе, я имею в виду, наверное, скорее всего, в школе закладывается вот это стремление к физической культуре. Я учился в интернате, но не спорт-интернат, но все равно большинство детей занимались спортом, поэтому нам было заложено, что надо заниматься спортом, каким бы видом ни было бы, какие возможности не были бы. Допустим, вот не было возможности футболом заниматься, мы занимались в зале борьбой, не было у нас ковра, не было возможности, занимались шахматами, тоғызқұмалақ, национальные виды спорта. Но всегда занимались спортом. Заядлые спортсмены не устают повторять. Даже небольшая разминка очень полезна для здоровья. Это заряд бодрости и путь к здоровому образу жизни. Ты утром встаешь, заряжаешься энергией. Без зарядки, допустим, без движения, без этого, этот человек всегда будет себя чувствовать плохо. А если утром встал, немножко позанимался зарядкой, пробежку немножко небольшую сделал, время найти, это всегда тонус для человека, для того, чтобы работать, для того, чтобы дальше радоваться жизнью просто. Если ты позанимался утром зарядкой, уже настроение совсем другое. Хорошую привычку активного занятия спортом по-прежнему пытается привить в обычных среднеобразовательных школах. Учитель физкультуры Владимир Ляшев преподает уже много лет. За долгие годы сам принимал участие в различных видах спорта. Теперь старается все свои навыки и умения передать детям. В спорте я всю жизнь, сколько себя помню, во всяком случае с 4 класса я себя помню, что я начал заниматься спортом. А в нашей школе, в 3-й школе я работаю с 2004 года, учителем физической культуры. Также я веду еще тренировки по футболу в детской и юношеской спортивной школе. В нашей школе развиваются такие виды спорта, как футбол, баскетбол, тоғызқұмалақ, гиревой спорт, каратэ-до. Все старания не напрасны. Ежедневный труд дает свои положительные результаты. Ученики добиваются успеха в спорте. Есть и чемпионы области, есть и призеры. Сейчас один ученик, он с 10 класса, он участвует на республиканских соревнованиях за футбольный клуб «Ак-Жайык», 2001 год рождения. Он прямо в Казахстане участвует. Как отмечает в управлении спорта, этой сфере со стороны государства сегодня оказывается большая поддержка. Открываются новые помещения, проводятся капитальные ремонты. Успехи в спорте являются показателем развития всей страны. Поэтому для каждого государства важно, чтобы эта сфера развивалась как можно активнее. За 2016 год был отремонтирован, капитальный ремонт сделан на здании спортивного комплекса «Сарыарка», «Аксай Спорт». Были установлены 22 спортивных площадок многофункциональных. Это в сельских округах, в городе, в школах. Культивируется более 30 видов спорта. Совместно с отделом работает Бурлинская спортивная детская и юношеская школа, спортивный комплекс «Аксай». Все спортивные мероприятия проводятся по утвержденному годовому плану.
За 2016 год было проведено 459 спортивных соревнований. Это 123 в городе, остальное в сельских округах. Спортсмены Бурлинского района становятся призерами, победителями областных чемпионатов, республиканских соревнований. Можно перечислить, это Ирмагамбетова Гаухар, Жамагамбетова Асель, Мукашев Малик, Ишманов Урмбасар. Сегодня далеко не все провинциальные города могут похвастаться современными спортивными комплексами в Бурлинском районе. Они есть. Воплощением современного стиля, новизны и доступности является культурно-массовый конно-национальный спортивный комплекс «Аксай». Здесь занимаются как взрослые, так и дети. Наличие тренажеров дает возможность готовиться к различного рода соревнованиям. В год у нас запланировано 446 спортивно-массовых мероприятий, из них 336 проводятся на сельских округах. На данный момент в спортивном комплексе работают 17 методистов по спорту, которых основная задача является проведение всех спортивно-массовых мероприятий и обеспечение спортивного досуга для всего населения. Из 17-14 спортивных методистов работают 14 спортивных сельских округах. Вторым направлением функционирования комплекса является обеспечение спортивного досуга всего района. В свободное от тренировок время залы могут посещать все желающие на платной основе. Отдельным категориям населения предоставлены льготы. Сюда пропуск идет бесплатный для инвалидов. С 50% скидка идет для пенсионеров и воинов-интернационалистов, афганцев, то есть. Здесь же проходит подготовка к самым важным соревнованиям. Место для тренировки предоставляет местный отдел физической культуры. Один из частых посетителей здесь – призер чемпионата Европы по пара-тэквондо Малик Мукашев. Пара-тэквондо я занимаюсь официально с 2014 года. До этого я занимался различными видами спорта. Но именно пара-тэквондо официально занимаюсь с 2014 года, уже как 3 года. За это время я стал двукратным бронзовым призером чемпионата Европы, призером чемпионата Азии, чемпионом российских межрегиональных соревнований. Недавно проходил чемпионат Казахстана в сентябре, там я тоже взял 1-е место. Так как у нас в Казахстане этот спорт развивается только с 2013 года, именно у себя в стране на республиканском турнире было несложно, конечно, так как... В основном все новенькие, люди, которые начали заниматься недавно. Но если говорить о мировой арене, на мировой арене с каждым годом все становится тяжелее, так как спортсменов становится все больше и больше. Общаясь с этими людьми, понимаешь, что многого им удалось добиться благодаря собственной силе воли. И в свою очередь именно спорт помогает эту силу воспитать и еще больше закалить. Сейчас также занимаюсь и параллельно также я тренирую. То есть сейчас я работаю помощником тренером, замещаю его, когда его нету. У нас в спортзале порядка 70 детей. Вот работаю с ними и параллельно сам же тоже также готовлюсь, продолжаю тренироваться, работать. Сейчас мы готовимся на чемпионат мира. Не знаю, как будет, но готовимся во всяком случае, потому что у меня уже заявлено 25 участников, это еще которые не все зарегистрировались, то есть еще будут регистрироваться. Это получается, чтобы попасть в тройку, нужно будет пройти минимум 4 круга. Это, я думаю, будет сложно, но это возможно сделать, если хорошо готовиться. Говоря о развитии спорта в том или ином регионе, нельзя не отметить о серьезных замечаниях специалистов. Они говорят о том, что сегодня наблюдается общее отставание в физическом развитии детей. Молодежь сегодня довольно слаба физически. Причины этого видят в неправильном образе жизни. По нормативам, если смотреть, то дети стали слабее. То есть у меня есть журнал, который я веду каждый год, у меня новый журнал. Учебный норматив, где я смотрю, по нормативам дети стали намного, ну не намного, но они стали слабее, они стали менее выносливы, они стали менее сильны. Но такой вид спорта, как гиревой, как вот футбол, он стал чуть повыше, посерьезнее стали дети заниматься. А вот индивидуально, если брать детей, то они слабее. С чем это связано, как думаете? Я думаю, что это все-таки идет компьютеризация. Дети больше сидят
средствах массовой информации, телевизор, там, планшет, там, все такое. Для того, чтобы потенциал совсем не иссяк и можно было привить интерес детей к спорту, учитель 3-й среднеобразовательной школы Аксай советует увеличить количество уроков физкультуры. У нас 3 часа в неделю по программе. Я считаю, что этого маловато. Неплохо было бы каждый день, чтобы ребенок был в спортзале занимался. Кроме того, что тренировки там... Где-то дети тренируются, занимаются, но не все же ходят на тренировки, а дети, которые не ходят на тренировки, им нужно заниматься все-таки больше на уроках физической культуры. Мне кажется, 3 этого будет все-таки маловато. Хорошая возможность непосредственно привить интерес детей к спорту – оборудование спортивных площадок. В Аксае их насчитывается 22. Практически все они расположены во дворах жилых домов. Летом это прекрасная площадка для занятий футболом, зимой здесь заливает каток. В виде небольших залов или огромных комплексов спорт всегда будет жив. Именно показатели в спорте определяют уровень развития всей страны, здоровье нации. В этом уверены жители Бурлинского района. Они готовы покорять новые вершины и добиваться успехов во всех сферах жизни. На примере того, каких результатов добиваются люди, занимающиеся спортом, мы видим, что будущее именно за развитием этой сферы. Дорогие телезрители, наша программа подошла к концу. Спасибо, что все это время были с нами, и до новых встреч.